И всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Шиморо и Трайб Шиморо Шоу. И прямо сейчас мы полетим на войну. На войну с Трайбом, которые являются очень развитыми, убивают вокруг всех бомжей, которые строятся рядом с ними. И, соответственно, не платят нам налоги. Ну и мы решили, почему бы с ними не повоевать, раз уже они такие сильные на нашем сервере, и не устроить небольшой жопорвальчик, тем более, что их там порядка 15 человек. Ну что же, ребята, давайте я сейчас подгружу наших ребят из Шиморо Шоу, из рейд-кола, заглушаю и... Всем еще раз привет, ребята. Привет. 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 Привет, да. Ну что, все, все готовы, да? Джамбо поймали, Джамбо подобрали. Джамбо, ты где? Я антиротенки не сунул. Ага, ну все тогда, все, полетели. Полетели, не будем медлить. Какое у них основное строение? Турельки, вся фигня, да? Одна турель наверху. Возможно, еще внутри базы. Что по поводу цветков, которые... Есть цветы у них? Должны быть же, по идее. Если трайп большой такой. Были, штук 5 видел. Ну вот их надо гранатами бомбануть. А кто у нас под птицей сейчас кого несут? Гранатами бы закидать сверху. Главное, чтобы фундаментом не было закрыто. Да, ребята, сложная война нам обстоит. Предстоит. Ребятам на птерах придется убивать птерами. В большинстве случаев. А ребятам на птицах можно делать все, что угодно, в принципе. Так, немножечко под лаг пошел. Подгрузочка, посмотрите. Какая армада летит на птеродондонах. Ёлки-палки. Сейчас посмотрим. Ребята, у всех нормально все? Ничего не лагает, все хорошо? Да. Ну, сервер лагает от стабильности. Действовать давайте будем аккуратненько. Не будем наламываться, закидывать телами. Полетаем вокруг, попробуем повыцеплять на птеродондонах. Может, там кто-то выбежит на неаккуратно. Поймать в воздух и так далее и тому подобное. Так, сейчас, ребята, я спальник переставлю. У меня здесь спальник нужно поменять местами с парашютом, чтобы парашют быстро прожимать. А что по животным у них? Поди куча птиц, да, дондонов и всего прочего. Два бронто. Точно птеров, наверное. Ну, 4-5 птеров это точно. И рекс должен стоять, но там его не видно. Плюс еще есть рядом базы, и там стоит спинозавр. Правда, маленького его. Угу. Ну, рекс самое страшное, по факту. Если по земле бегать. Ёлки-палки. Но он не... По сути, у них база... Это большая такая... Большой ангар, защищенный стенками. Ну, то есть, внутри он получается пустой, а снаружи его легко пробить. Непонятно, какой он внутри. Ну, внутри, понятно. Да, непонятно. Но там точно стоят животные большие внутри. Перед тем, как сейчас долетим, нужно будет вниз спуститься и поставить спальники. Очень важно поближе спальники запилить. Поближе к боевым действиям. И как-нибудь их спрятать так, чтобы по ним не прошлись просто так. Кстати, птеродондоны устают очень быстро. Нужно привал сделать. У вас не устали? Нормально все? У меня еще было. Кстати, уже почти подлетели. На фокс левее. Ладно, сейчас, ребята, долетим. Посмотрим, что предоставляет там враг нам наш. В этом лесочке, да? Насколько я помню. Слева в лесочке, чуть дальше. Ребят, я на привал. Вон, кто-то. У меня устал. Даже подождите, подождите, подождите. Так, сейчас не какай на меня. Все хорошо, отдохнул. Вместе, вместе, ребята, Джамбо. Ага. Джамбо, ты с нами? Да, он с нами, он плохо слышит нас. Так, я вас не вижу, вы улетели, ребята. Да мы все на привале. Мы на речке стоим. На речке где именно? После бегемотов или где вы стоите? До бегемотов. Там, где бронто ходят. Два. По бронто, да. Ага, ну все, полетели тогда. Вот там, тут уже прям скоро спальники нужно будет ставить. Ну да-да-да,
Сейчас увидим, посмотрим, где бы получше поставить спальник. Вот кто первый летит, осторожно, там прям база в кустах, ее плохо видно. Да, и прогружается она тоже долго. Меня. Видите, ребята, скрытная позиция там. Вижу ворота. Она, вот, да? Она огромная, да. Господи! Где-то, мне кажется, ворот, может, надо поставить. Ты думаешь, прямо к воротам прилететь? Ну, в кустах где-нибудь у ворот. Ну, у ворот это палевно, там динозавр выбежит, понимаешь, и уничтожит тебе спальники твои. Нужно как-то сейчас найти позицию, давайте полетаем. Вот это вот вторая база типа фермы. Тут только динозавры для фарма. Ну вот она нам не нужна. Кстати, как раз. Вон там чувак бегает, чувак у мамонта чувак. Не надо, блин, зря. Ну вы его схватили, да? Турельки шмаляют. Турельки, Нофакс, турелька. Не летите вообще там, не надо, мы позицию свою спалили сейчас плохо. Вот сюда вот. Меня кто-нибудь видит? Кто меня видит? Здесь есть камень перед воротами. От фермы. Я внизу. Большая скала. Нофакс. Вот Нофакс. Здесь. Вот здесь где-то нужно внизу на пригорке поставить спальники. Вот. Где чучи? Вот сюда вот. Ну что, тут по кустам раскидаем тогда? Да, кидайте по кустам. Главное, чтобы не было палевно, чтобы не видно было. Что да как вообще происходит. Так, давайте вот сюда сейчас запилим. Вот так вот. Так, назовем так, атака. Когда все спрячут по спальнику, ребята, тогда уже начнем. Делаем все по стелсу, красивенько. Очень плохое место для атаки на самом деле. У них все очень хорошо здесь. Потому что мы даже не будем видеть друг друга практически из-за кустов. Много. Вот, понеслась, ага. В меня уже растение стреляет. Туда лучше не подлетать. Нужно найти какие-нибудь мертвые зоны и растения сейчас как-то вырубить, когда начнем одновременную атаку. Кусты будут мешать летать хорошо, потому что будет лагать. Растений очень много, цветков. С этого... Они уже садятся. Крыша не защищена абсолютно. Там турель, там наверху турель. Крыша. Одна. На крыше ага, турель. Вижу. Одна. Теперь вижу. А, почему-то с задержкой начала стрелять по мне. Турельку на крыше бы вырубить, я вижу, в углу, да? Она шмаляет сейчас. Да. Угу. Да. У кого птица? Нужно на птице подлететь и попробовать. Что там у нее? Кабель видно, нет? Снизу подходит? Или она просто стоит? Пацан ко мне подлетел. Стой. В чате пишет, что мы приехали. Да. Какой-то пацан летает в розовом, да? Угу. Так, хорошо. Одна турель, ребята, нужно с нее начать. Нужна граната. Кто может скинуть гранату, кто кого везет сейчас? И нужна птица, потому что она будет выдерживать хорошо удары. Турели. Где сейчас у нас люди, которые были пойманы за жопу? Никого не вижу рядом. Кто колобка везет? Колобка вез я. Я вот. Где? Подлетел. Тут я. Но у колобка гранат нет. Так что у меня гранат нет. Это очень плохо, что у колобка гранат нет. Да. Это очень... Надо сесть, получается. И на птице. Да, или перекиньте колобку гранаты. Подвести колобка прям близко к турели и засандалить сейчас туда пару грен. Тогда как... колобок, ты там стой. Сейчас я тебя подберу опять. С этого и начнем. Стою. Возьми из моего птера гранат. На крышу давайте сядем не все. Чтобы если вдруг кого-то захотят подхватывать, у нас было прикрытие тоже с пстеров, чтобы можно было сбрить. На крыше чувак на птере. Там ага, чувак на вижу. Птере, у них на крыше его забрали. Да. Они готовятся. Ты где? Ну, вижу. Я у реки. Все, возле... вижу, подлетаю. Жалко, что сейчас колобок не подготовлен, получается, у нас. Был. Ладно. Ну, можно подхватить кого-нибудь другого, по сути. Ну да, в принципе, все готово.
Могу подхватить кого угодно. А ты на птице, да? Говорю, птички. Да, я на птице, но она не такая уж и сильная. 10 гранаток взял. Подготовь их, колобок. Да. Подготовь их так, чтобы сейчас тебя подвезут к турели, и ты должен за быстрое время выкинуть сразу же две грены прямо под турель. Там у нее каменная платформа, поэтому она сразу же провалится вниз. По факту. Граната в руке. Ну вот, твоя задача сейчас залететь на угол. Мы должны наломиться. У кого сильные сейчас птеры или птица вторая? Одна птица принимает на себя урон, кто без кого-то там? Чуча. Да, чуть... Я на птере могу вломиться. Подлетай, принимай урон турели на себя, а второй летит колобок вместе с Бивасом. Подожди. Не спеши. Да, давайте, давайте, нормально, нормально. Давайте, мы тоже прикроем здесь. Серф лагает. Кидай, кидай, кидай. Не получается, да? Я ставлю С4 тогда. Кидаю, кидаю. Поставил С4. Даю взрыв. Минус турель, кидаю. По-моему. Минус турель пошла. Нет? Турель, не видел. Турель шмаляет, еще шмаляет. Блин, у меня С4 не сработало, хотя я засунул туда сишку. Колобок, попробуй накинуть туда. У меня не получилось взорвать. Гранаты колобок нужны. Колобок, кидай. Кидай колобок. Отвлекать. Кидай, в угол к турели. Вот-вот-вот, одна пошла. Так, хорошо. Еще, да-да-да, еще. Две грены, рядом, хорошо. Еще. Да, минус турель. Все. Не все садятся, ребята. Сишка будет работать или нет, нужно проверить. Там дырка. Несколько людей на птерах там останьтесь, крыльцы, пожалуйста. А у них псеродонты снизу бьют. Ага. Сейчас я сишку проверю. Чуча, отойди оттуда, с той позиции. Пацан на птере вражеский. Ага, вижу. Долбит нас. Ага, вижу. Моего дондона начал бить. Не все, ребята, снимите его цешкой. Он меня будет хватать, ребята. Ну. Он подкидывает, да. Он меня будет хватать. Хорошо, пока пускай отвлекается. Хватает меня. Бежит на меня опять же, да-да-да. Все, минус, отлично. Я там сделал дырку в С4. Хорошо. Смотрю вниз. Внизу очень много динозавров. Очень. Просто жесть какая-то. Ребята, не ломайте здесь низ. Не ломайте низ. У меня там улетел мой... Какой-то. Мой птеродондон улетел, ребята. Фильм, 46 уровень. Он у меня. Динозавры не на агрессии. Ну, гранат здесь не хватит, чтобы их продамажить. Сейчас тоже куда-то улетел. Пытаюсь сейчас наагрить их, посмотреть, что будет. Так, хорошо, ага. Один сагрился. Так, ребята, чтобы убить их динозавров, понадобится очень-очень много сил и энергии. Так, Nofix фоловит, да, моего дондона? Проделайте дырочку в стене. Можно да. будет Саня тут твоего дондона бьют. От этого, от фоловил. На крышу уже. Я увожу его за собой. Саня, человек, да. Ребята, птица. Мне нужен... Вот-вот-вот, человек. Ага, вот, хорошо, убрали бублика. Так. Не может. Кто не может вылезти? Да там птеры завис, походу. Ребята, нам нужны жилые помещения. У них бронта бьют сквозь стены, видимо. Меня скинули вниз. Я с парашюта спрыгнул, все нормально. А я внизу сейчас. Меня птер скинул вниз. Нормально, я живу, ага, нормально. Сейчас долечу к вам. Угу. Ребята, нужны жилые помещения. В ангар не лезьте, там очень много. Очень много всего. Да долбаные баги, ну стой же ты! Забери свою птицу. Я наверху. Я могу пройти к ним в ангар и там пострелять сверху. Хорошо, сколько у вас сейчас турели сняли вы? Растений. Джамбо, ты говорил, что турельки снимал. Я одну снял. Там три вижу турели. Как минимум, я четыре снял, четыре. Но они походу заново отрезали. Вы видите жилое помещение рядом с базой? Да, сразу снова. Там дважды надо. Видите мертвую зону, где Чуча сейчас находится? Вот это помещение, видите? Это жилое. Остальное ангары с животными.
которых могут открыть, и нам GG, потому что выбежит Т-рекс и все остальное. Посмотрите, они не терпятся. Вон, посмотрите, что Бронто делает. Он насквозь проходит. Господи! Он пытается ко мне пройти. Я расчищаю лес от деревьев. Давайте, сейчас темно, ребята. Попробуем Бронто забрать вот этого. Блин, ночью не видно ни хрена. Господи, они в доме все, я не пойму. Да, дверь открыли. Мои летают на аптерах через речку на горе. База еще одна есть. А, то есть они эту базу бросили. Очень баз. Нет, у них очень много. Господи. Нам нужно сейчас вынести жилые помещения полностью, по факту. Стреляет кто-то по мне. Это... У них, кстати, два рекса. У них два рекса, да. У них все очень плохо. 52-го и 113-го. Вот этот ангар тяжело войти из-за Бронта, он скинет нас в любой момент. Бегает. Ребята, человек стоит и стреляет в моего птера. Человек стоит у входа. Короче, не реагируем сейчас на ангар. Не реагируем на ангар. Кто может сейчас на птерах? Нам нужно взять вот эту вот хибарку, которая находится вот здесь. И забрать оттуда человека любой ценой. Сишки работают? Убил. Хорошо. Главное не дать им открыть. Забери свою. Если откроют ангар, ожидайте, что нас могут убить. Меня вытянуло снаружи. Я не могу залезть внутрь. Можете меня подкинуть кто-нибудь? Да. У них там грамотно все сделано в этом плане. А что подкинуть? Ты Дондона призови своего. Здесь можно сверху гранатом накидать в ангар. Да. Один зайдите сверху. Кто-нибудь с гранатами, идите сюда, мы прикроем. Колобок, а ты где? Сейчас захожу. Тут сишки не хватает. О, сработала сишка. Вижу. Начинаю закидывать, ребята, с той стороны. А чей это птер там висит? Это мой, скорее всего. Очень много ящиков внутри. Тела валяются, прокидываю. Минус генератор. Минус все остальное. Сейчас будет минус первый этаж. Блин, лак, хватит, господи, Грена скинутая. Так, все, Джамбо, ты готов заходить? Пиво. Сори, наша Грена. Уже внутри. Птер там внизу, да. Начинай дамажить. Убил одного. Еще там есть? Ящики, все нормально. Скидывай. Много чего. Тут много чего есть, Новые. Ребята. Ой-ой-ой, тут рай, наверное, да? Рай нет, перчатки примитивные. Много жемчуга, ребята, много ресурсов. Забираем все, что можем. Забирайте самое ценное. Тихо. Хера бьют какого-то. Тихо, голый проснулся. Кровать надо сломать. Да, ломай кровати, ищем кровати сейчас. Чтобы они больше здесь резнуться не могли. Ага, вижу еще кровать. Все, вот она. Лагать что-то так стало, ребят, у вас тоже? Вообще зависело. Да. Всегда лагает, это норм. Тут крыло мешает мне, блин, ударить кровать. Господи, меня подкидывает птица Пинки. Лаврат, твоя птица меня поднимает, блин, и я ударяюсь головой об потолок, пока бью кровать. Ну нифига тут нет, у них интересного с бинтов. Что там есть? Масло. Нифига. Нефть я забрал. Именно бензин. Кого-то бьют. Там еще бомж. Тихо. Дамажут. Там еще стреляют. Его мой оруженосец убил. Нормально. Кто-то сверху бьет? Нет, не могу понять. Там какая-то решетка. Так, давайте на дверь. Блин, сишка не работает. Господи, боже мой. Вот, хорошо. А, мы его птеродон так зацепили. Шим, ты птеродон-то моего чуть не подорвал. Плохо, что он там был. Уберите птеродон-то. А, да, там Джамбо. Тихо. Все, я им просто кровать буду взорвать. Вообще. Там еще второй этаж, там много сундуков. Тут, наверное, самое ценное, ребята. Там кристаллы я вижу и все прочее. Это на птицы нужно залетать с внешней стороны.
Ребята, там Бронто почти вылез. Так, наркотики, стрелы. Сундуки, много кожи. Бесполезняк. Джамбо, я не настаиваю, но может это уберешь птичку свою? Да-да-да. Ну как бы куда, блин. Чуча, отойди, я сейчас не полегче это сделаю, все. Меня интересует то, что наверху. Наверху, по-моему, самое вкусное. Так. Надо, чтоб посыпалось. Сейчас пробью. О, господи, а. Эти рикошеты странные. Так, вот один так вот к вам летит. И а заложить сишку не можешь. Да, ребята, следите, чтобы все было хорошо. Я прошел один. Надо загоном. Мой птеродондон убил кого-то, что ли, наш? Тихо. Вот, хорошо. Высыпайся, ресурс. Пацан какой-то внутри дома. Опасный? Где? А, ну это тут... Здесь еще спальники есть, ребята. Еще спальники. Верхний этаж, ребята, там нужно на птерах заморочиться. Все уже прокидывается. Вот, подлети, Берлинг, полутай, что там есть. Я хотел, но ты меня взорвал. Ну, бывает. Эх, паркур не получается. Берлинг, давай тебя наверх закину. Кто на птице? Кто на птице? Ребята, нужно будет наших перекидывать. Я на птице. Ну, давай, я сейчас кого-нибудь зацеплю туда. Берлинг. Так. Плохо, что ночь, ребята, так, ни черта наверху не видно. А наверху все нормально. Подарили, а что ты видишь? Где ты сейчас находишься? Рассвет, кстати, наступает. Я над базой, которая на берегу. Так. А гранатометы? Никто не взял? Гранатомет у нас есть или нет? У Билла же был. Ну, Билла-то нет. Ну, вот это плохо. Нам бы вот этих животных забрать, но у нас сейчас нет ресурсов столько получается, чтобы заморочиться на них. Мы можем гранатами, конечно, их бесконечно прокидать, ворота отпереть, но это будет больно. Что ох, сейчас у вас по ресурсам? У кого что, ребята, есть? У меня 14C4, 15. Наркотики. 27 гранат. И у меня еще все. Сколько у тебя? 10. 10C4? Или нет, грен? Грен. Угу. Ноуфакс, у тебя там что? Можно просто животным накидать, по сути. А я вижу Ноуфакс. Ноуфакс молча минирует крышу, лол. Ну, давайте тогда сейчас попробуем воспользоваться всеми нашими гранатами, которые у нас есть. Так, кого-то преследуют? Нет? Вражеский птер там летает? Нет, наш подарили. Давайте сейчас, кто есть на крыше, у кого есть гранаты. Я не знаю, пробьем ли мы Бронту, там, наверное, тонны хп вообще. Они даже не покоцались. Нет, там Бронта небольшой уровень. Какой уровень? Маленький, 40-го, еще какого-то. Давайте попробуем гранаты и винтовки. В ход пустим. Можно я кого-нибудь из них убью? Можно. Да сколько угодно. Нужно убить Бронто сейчас, потому что Бронто сейчас откидывает. Бронто откидывает, и это самое неприятное в нем. Он хвостом может нас откинуть. Меня откинул. Откинул меня хвостом. Бронто откинул. Да-да-да. Поэтому невыгодно сейчас с ним воевать. Где мой сладик? Кто сейчас завис? Кто сейчас завис на Пинки? Пинки один сам? Наверху, меня откинули. Ребята, мой птер далеко, я его не зафоллил. Сейчас, я тебя сейчас подниму или что? Кто там долбит кого? Держа! Ну же, давай! Убей её! Работай, долбаная, блин! Сишки не работают. Сишки не работают, ребята. Жесть какая. О, Берлинг, да, давай, подними меня. Забрали. Заберите сейчас ресурсы ценные. А к этому Бронту нужен подход нормальный. Так, а где мой? Где мой Дон-Дон? Здесь. Сейчас я к этому Бронту подойду.
Вон опять, блин, мне уже сломали все. У меня броня сломана. Ребята, отходим сейчас. А у кого какая броня, собирайте все, что можно было взять, перегружайте в птиц и отходим на ферму к ним. Где мой дон-дон, я не вижу. Аккуратно. Сейчас подведу его, сейчас. Черт подери, я упал к ним вниз. Но это плачевная ситуация для тебя. Не плачевная. Так, давай. Кто главное, с работой. Да главное, с работой, блин. Сейчас я, короче, ихних бронтозавров, я всех тут сейчас положу. У меня не работает сишка из-за бага, елки-палки. Кто на птере там вдали? Это я, наверное. Ты зависший, да? Здесь нужно стены сломать, иначе я не выберусь, ребята. Будем пробовать. Там на всех сломать. Направо, налево, ага. Да-да-да. Минус Рекс. Еще один остался. Минус еще. Куриц. Так, курица. Хорошо. Самое важное убил. Вот это эпик. Я там выбраться пытаюсь, а вы здесь грызаете уже все. Минус Рекс! Минус Рекс. Вот это выстрел был. Так. Рекс 113-го. Аккуратно. Сейчас, сейчас все будет. Не такой, он еще мощный. Так, хорошо. Где, ребята, мой дон-дон? Вы его не видели? Он где-то здесь летал, долбился. Так, хорошо. И у них еще почти много баз, да, получается? Или это основная была по животным? Основная. Рядом еще одна. У них есть базы, но это основная. Все, всех раскидают. Вроде весело было. Да, минус все это абсолютно. Вроде было весело. Было весело. Ребята на ютубе, вам было весело. Это был жопорваль. Я видел, что Муровский птер тут долбился. Да, я тоже его видел, он сюда залетал. Ребята, у кого сишки работают? Опа! Одна сработала из двух. Да чё за бред вообще? Вот вторая сработала, наконец-то. Так, тут здесь стоит Пинки Калаврата. А где мой птер, я не могу понять. Сейчас полетаю, посмотрю. Куда он мог слететь, блин? Я больше ничего не вижу вокруг. Надо еще открыть ворота. С другой стороны. Так. Давай. Бомбись же. Ну! Кнопка зелен, во. Чучо, тебе там как, комфортно? Так. Угу. Ты птера моего нашел? Ты вылететь не можешь. Ребята, не, наоборот. Найти. Блин, а где он может быть? Он же рядом был. Чучо, короче, смотри. Смотри в землю и вылетай вот в эту сторону, откуда я сейчас. Я наоборот залетал, мы тут не смотрели. А зачем залетать? Так, там его точно нет, ребята. Дон-дона как отлетел, видите? Все, около 300 металлов. Я животных поднимаю на второй базе? Чего поднимаешь? Да, конечно. Да, давай. Тут, кстати, под этой базой какая-то пещера, там ворота стоят. Не, они нам не нужны. В пещеру лезть не нужно. Ребята, найдите дон-дона. Кто сейчас летает на птицах? Я летаю в округе, но найти его не могу, что-то. А куда он рядом залетал был со мной? Он в ангар залетал, а дальше он куда-то пропал. В смысле он залетал в ангар? Он залетел в ангар сразу за тобой. Всех. Он самый первый сюда залетел. И в итоге? Его здесь нет. Его потеряли. Сейчас? Да. Что за бред? Он самый первый сюда. Если он был здесь. Его вроде не убили, он же жив. Не убивали 100%. Застрял, что ли, где-то? А может, все-таки сходим в пещерку? Может, он туда провалился? Блин, взорви вход. Да вряд ли он туда. Вход взорвать? Провалился, да, сейчас. Я их не успел взять. Сейчас посвистим. Здесь, кстати, можно было подкоп сделать, ребята. Прям снизу. А почему не дверь, блин? Слава, ты можешь подлететь к тому месту, где у них был холодильник? Ох, ребята, где же мой дон-дон? Он должен вернуться.
Он должен вернуться к папочке, ребята, по-любому. Ну, смотри, я стану. Не может быть такого, чтобы... Возьми меня, бро. На птером его ориентируйся. Бро. Блин, лагает дико. Возьми меня. Надо, ну, найти Дондона. Кровать тут есть? Ну, есть. Да, где-то была. Эдик. Отойди. Ага, здесь... О, тебя, кстати, вот не слышно в игре. Что за хрень, он сам там... Странно, в игре тебя не слышно. Задержка очень большая. Ребята, все, собираемся. Надо уходить отсюда, что здесь сидеть? Пойдемте на вторую базу, подарили, что там у тебя? Птера нашли? Птера не нашли. Слава. Птера не... Тут гоняюсь. На второй базе это... Разыграемся. Я понял, да, но видите, как плохо. Я нашел яйца. Блин, лучше бы ты сказал, что ты нашел Дондона, блин. У меня... Да не... Где же ты, маленький? Неужели, блин? Он исчез. Джаба, можешь перетащить вот эти яйца помочь? Не. Ничего не знаю. Ну, блин. Ребята, потеряли мы Дондона. Ты своих не хватает яиц. Надеюсь, он вернется. Блин, ну, мало. Ёлки-палки, а если где-то под базой маленький мой сидит в одиночестве и думает, хозяин мой, хозяин мой. Пожалуйста, приди за мной, думает. Джаба, а где теперь мой птер? Взрывайся, блин. Короче, вот они Они не агрили перед тиранодонтов, никого, так, никто здесь не что такое? Погоди, он сам куда-то я сейчас улетел. Своего возьму на секунду, ладно? Здесь еще какое-то скрытое помещение, ребята, было под этим. Сейчас бомбану шкафчики, посмотрим, что там. Так. Вот так вот засунем и вот так вот. Но Дондоном и не пахнет, ребята. Не, ну так нечестно. Так. О, сколько я всего нашел! Нефти! Металл, идите сюда скорее! Гранаты, больше 200 с чем-то нефти. Жемчуг, винтовки, патроны. Электроника. Вернуть не хочешь? Ганпаудер. Ребята, это надо разбирать. Вот здесь у них был основной притол. Куча краски красивой. Оу. Мне самое ценное. Где это вот? Внизу под ареной, посмотрите, там много вон, металл еще есть непереплавленный. А, там еще что-то и еще что-то, непонятно, короче, надо смотреть. В других ящиках было. Ну, этого мало, конечно, но... Кто там летит? Еще яйца. Катя летит. Так, хорошо, может быть, еще есть такие притарчики вкусные? Катя, можешь найти моего Дондона? И я вообще не знаю, я куда искал, он где-то. Нашел. Не нашел? Тоже все облетел, нигде нету. 135 металла, но я, наверное, не донесу. Я пороха забрал 100 штук. И 8 каши дудошной. Ага. А, и диловской. Сейчас и диловской каши. Заберу все. 8 штук. Ну не мог же он улететь далеко. Под удары его не подставлял, хорошо обращался. Господи. Не может быть, ребята. Аналогичная ситуация с моим птером. Он что, пропал, что ли, тоже? Да. Сейчас найду, подожди. Что за база? Пропадают животные просто. Может, он где-то внизу долбится, скорее всего, а не у камней там, либо еще что-то? Внизу пещера, только под нами. Вон какой-то Дондон летит. А, нет. Сникерс это... Понятно. Тут ничего больше нет. А вот внизу у каменных ворот там нет? Там какие-то птицы летают. В смысле, птеродактили. Хм. А где именно? Ну, ближе к реке. Подледи, посмотри, может, при фолове... Ты же на ходу. На ногах. Сейчас посмотрю. Самое интересное, что я даже свистнуть не могу. Это лагает или что, непонятно. Просто нету рядом. А, просто нету рядом? А если когда рядом птица, то ты свистнешь ее, ну или животное. То есть, так, вот по факту, сейчас. Он провалился, скорее всего, под землю, ребята, потому что я сейчас у земли свистнул. Да. Пещера.
Он провалился на пещеру. Он провалился в пещеру, скорее всего. Значит, надо туда пройтись, посмотреть. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это баги, ребята. Где? Можешь прифоловить? Ладно, ребят, давайте собираемся, слетаем на следующую базу, посмотрим, что там. Потом найдем наших дондонов и прочих. Сейчас, давай. Бля... Вы ресурсы разобрали, которые у них нашли? Вон там яйца валяются. Разгрузиться. Железо забрал. Все, нашел. Разгрузиться, сейчас приведу. Сейчас намоюсь. Так. Блин, давай на ту базу. А ты хитрым способом посмотрел, что ли, через низ? Нет, у меня же это есть, на нем радар. Вообще-то это же когда-то был чья-то, ну, не твоя собственность. Так, что начинается-то, о чем ты? Да так, о своем. О своем. О прошлом. А грустного куда полетел? Прошлом. Обратно. Я смотрю багом и ничего не вижу. Да на вот базе он. Через все. Речку. Где там ты? На трех птерах сидел. Ага. На базу через где речку? Же? Давайте встретим их воздушной атакой, дорогие друзья. Устроим им War Thunder. А ты где? А я вот-вот подбегаю к дондону, маленький мой. Как же я соскучился по тебе. Надо бы это разгрузиться и вообще давайте атакуем разочек. А, и потом уже посмотрим, что будет дальше. Чё там, в чате слезы льются? Нет? Сначала. Сначала. Они суицид хотят вроде как позвать. Чё хотят позвать? Ну, в другом трайбе. Позвать трайб под названием суицид? Да. Интересное у них название. А может это как бы это, противоречие Титанику? Я загружаю ее. Тот типа непотопляемый был, потонул сразу, а эти типа суициды никогда не умрут. Так что ли? Странно. Ладно. Полетели, полетели. Давайте собираемся. Вот здесь наживы много было, в принципе. Ну и наказаны они как бы неплохо. А если трайб суицид позовут, пускай прилетают к нам в деревню. Все печально. И убьются как раз, подтвердят свое название. Чё там такое? Да, у меня очень большой перевес. Ой, ребята, вы здесь хибарку, ферму разобрали, что ли, еще? Угу. Ой, радость. А кто у нас еще на птице? Чуть-чуть сможешь забрать его? Чуча? Наверное, нет. Ладно, попробуем, ребят, собираемся сейчас, просто да. Просто у меня под завязку. Я тоже под завязку, птиц. Ну как-то они странно даже, сопротивления не было, опять же. Чуть-чуть побегали на крыше, поумирали, кровати им сбили и все. Они больше вернуться не смогли. Почему? Они писали, мы хотим поговорить. Давайте отлетим, поговорим. Они не понимают причины рейда. А, в смысле, а зачем какая-то причина? Я когда в КС хедшот проставляю... Какая причина? В кому-нибудь я... Перед ним это оправдываюсь, что ли? Хотим убить. Это выживалка. Они не зеленые, значит враги. Все. Именно так. Надо хоть седло собрать, что ли. Что там за седло? Тем более, налоги не хотят платить. А первая причина абсолютно нормальная, да. Они не платят налоги и убивают всех тех, кто селится рядом с ними. Притом занимают большие территории. И эти территории налогонеоблагаемые. Это как это так вообще? Первая причина это вообще не цензурщина в чате, насколько я помню. Нет сисечек, значит, регулярных поставок. Не чувствовали мы их. Соответственно, всего остального тоже. Вот, расслабились трайбы. Надо их напрячь снова. И сейчас на ютубе кто-нибудь коммент должен написать обязательно Шимору. А с какого хрена тебе вообще должны платить налоги? Конечно. Так, что мы сейчас делаем? Можем еще одну. Где спины? Должны платить, потому что мы просим, не? Да, да, у меня тут все зависло, и вокруг меня летает какой-то на птере. Это я. Так. А ты где? Ребята, сколько там у вас? Чё по войне еще есть? Одна ну мы здесь. Фишка, ноль гранат. Это вторая их база, вот, да, динозавр. Вот это? Здесь же вообще да. Ни черта нет, ребята.
Ну там генератор, птеры тоже у них. Что-то я не вижу сопротивления. Пацаны, вообще. Там... Тухляк какой-то. Основную базу убили, а вон они болтают там внутри. Тихо. Ты переговоры слушаешь? Кто меня бьет? Я же говорил, тут левый какой-то, вы чё? Где ты там левый нашел? Вот летает на розовом, в розовом шлеме. Лечу за ним. Улетел вниз. В розовом весь. Вон они все. Вылетели из ангара. Трое. Где? Подлетайте, сколько там, нас? Там, где мы только что были. На птерах. Так. Где вы? Сколько нас сейчас? Наши все сюда. Там, где спину, ребята. Давайте. Воздушный бой с нереальным пингом. И перегрузом еще. Следите за стаминой, ребята. Да! А, Перлинг убил! Хорош. Спин. Один из них улетает. Так. Это спину убили? Да. Угу. Один из них улетел на птере. Следите за стаминой, ребята. О, там подарили у нас поводным животным. Господи! Бедные додошечки! Берлин! Как ты мог? Убил ферму Додо, там внутри еще кто-то был. Так, спокойно. Не, ну чего? Надо зайти к ним. Скажи только откуда. Сверху, снизу, сзади. Все просто. Заходим отовсюду. Бомбанет? Тихо. Бомбанет. Я вижу в дырочке людей. Тихо. Надо просмотреть второй этаж. Там спящий или мертвый человек, непонятно, что с ним. Не спал. Но мертв. А в деревне сейчас у нас никого нету, да? Да, Джамбо уже внутри. Добивай. Ой, там сколько спящих. О, господи, Джамбо! Это казнь какая-то! О, нет! Что там есть, что нет вкусного? Или все фигня? Такое. Средненько. Не хватит нам ресурсов, чтобы взорвать двери. Мне кажется, самое ценное внизу находится человек. Вот здесь. Внизу в железном бункере, да? Да. И сишка нужна еще. К нему. Сишка нужна. Две сишки, ребята, на дверь. Две сишки на дверь. У кого сишки еще остались? Ой, короче, я к нему. Все, человек мертв. Две сишки на дверь. Кто-нибудь у может запилить? Нету. У меня одна есть. Может, мне сгонять на базу? Так а чё уже, все уже? Тут ничего больше нет. И Билла взять, и у Билла взять С4. А у нас все, мы уже все вскрыли. Так, все. Оружие, блин, сёдла одни. Как у них неправильно все идет. Угу. А где у них все остальное, это я не понял. Тут. Я взрываю там дверь, чтобы зайти посмотреть. А может, не сверху. Надо, мы отсюда не надо, вылезем чем? Потом. Лестницу взорвешь. Так я вот дверь открою еще. Снаружи. Наверх. Так наверх запрыгни, тут лестница есть. Так зачем наверх, если можно зайти снизу? Не, ну правда, ну тут одной С4 не хватает, у кого одна была? Вон у Ноуфакса одна, ну вот на дверью и все. Вон, птеродондон Ноуфакса зашел. На какую дверь? Вот где твой дондон стоит. Вот она. 916 хп. Все, давай я отведу его. Вот. И вкуснятиной там пахнет, как говорят. Че, лепится, не? Сейчас. Тут просто обломки невозможны. Давай, бидиденч. Во. И все, ой, привет, ребята. А вы уже все здесь, даже не показали мне, как это выглядело до рейда, блин. Стоят уже, лутают. Ну, пипец, блин.
тут все взрывов еще раз. А если бы ты сразу с нами зашел, а не долбил? Ну да. Зато у меня есть... Зато у меня есть красивая краска. Грибочки, грибочки. Грибочки? Я в 101-ю дивизию позвоню, мне знаешь, сколько красочек будет? Грибочки. Во что позвонишь? В 101-ю дивизию. Они мне этих красочек предоставят. Они красочники? Еще грибочки. Забирайте грибы и все такое. Ну что ж, дорогие друзья. Все, надо забираться, выбираться уже отсюда и улетать. А вот потом можно будет с ними переговорить по поводу Дани и всего прочего. Если они, конечно, захотят. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам огромное за просмотр. Это был очередной жопорваль, но опять же, ребята не смогли собраться вместе, чтобы нам ответить. И тем самым поплатились, естественно, за... Надо сейчас наш рудник проверить. За то, что не платили нам дань. Подъезжать к руднику, за все остальное. Это неправильно. Они забыли об этом. Вот этот вот они имели. Но ничего страшного. Ребята из tryba.com.ru, не расстраивайтесь. Это игра на выживание, где выживает сильнейший. Если вы не в состоянии защитить свои земли и территории, значит, вы не в состоянии. Про это именно есть часть контента в ARK Survival Evolved. Поэтому без обид, это PvP, это игра, и мы получили наслаждение от разграбления вашей базы, ну и зрители, наверное, тоже. Спасибо всем за просмотр, увидимся с вами на следующем видео. С вами был Шиморо и Tribe Shimoro Show. Ребята, скажите пока. Пока. Да, пока. Всем пока.